Власти Атлантичний кан від Кейптауна до Фолклендських островів на яхті піднятися на один з найвищих вулканів світу та прокататися на джипах по Індії. Це лише маленька частина неймовірних історій відомого закарпаття сьогодні. В ексклюзивному інтерв'ю з перших вуст в гостях Семен Деяк. Семен Деяк уродженець села Онок, що на Виноградівщині, у 2009 році разом з відомим всьому світу мандрівником Федором Конюховим обігнув Мис Горн, який прийнято вважати краєм світу. У 2011 році здійснив експедицію на лижах на північний полюс. У 2017-му здійснив трансатлантичний перехід з Кейптауна до порту Стенлі на яхті за 25 днів разом з сином. Багато років Семен мандрує по різних місцях землі і завжди привозить додому фотографії з прапорами рідних міст. Пане Семен, ви об'їхали чи не пів взагалі світу? Дуже цікаво дізнатися взагалі, чому ви вирішили подорожувати? Багато хто сидить і хоче подорожувати, але немає змоги. Завжди зачіпляється за якісь деталі: мало грошей, немає такого поняття, як розуміння мови, якийсь є мовний бар'єр. З чого ви почали? Як ви почали подорожувати, і власне, як ви розвили цю справу? Кожен вирішити сам для себе, йому це, і не треба. Як говорить велика пословиця. Каждый путь начинается с первого шага. То есть надо решить для себя, надо вам, хотите вы. Деньги, вопрос, конечно, интересный, но не они всегда решают. Можно для путешествия всегда можно найти эти деньги. Многие путешествуют вообще без денег. Я для себя решил как. Это мои детские мечты, которые я со временем стал воплощать в жизнь. Родился я здесь, в Закарпатье, в селе Онок Виноградовского района. Потом учился в Виноградовском политехникуме. И с 80 -го года по 85 учился в Ленинграде, в Ленинградском училище, военном строительном училище. У нас там был интересный тур-клуб. Назывался «Бусоль». И часто во время, во время каникул мы ходили в разные путешествия. То на велосипедах, то на байдарках, то в горы. Ну и там я понял, что это не так сложно путешествовать. То есть мало мечтать, надо просто ходить, надо хотеть. После этого я распределился в Красноярский край. Отработал, вышел на пенсию, опять стал работать, и в 2008 году я познакомился с Федором Конюховым. У меня с детства была мечта попасть на мыс гор. А как туда попадешь? Один, не... во-первых, это далеко, во-первых, труднодоступно. А Федор как раз набирал команду для путешествия, обычно он одиночек, путешественник одиночка, путешественник-одиночка, а тут просто решил с командой пройтись от Новой Зеландии до Фолклендских островов через мыс Путешествие было рассчитано где-то на два месяца. Я, я прочитал в интернете это известие, позвонил им, сказал «хочу», они стали меня отговаривать, что это сложно, что ты не готов, нет опыта яхтенных вот этих походов. Но я сказал, а вы 22 года в стройбате служили? Они сказали, нет. Ну, говорят, тогда не надо меня пугать ничем. Стройбат это вообще такая отдельная категория войск. К сожалению, ее сейчас нету. Мы начинали любую стройку в чистом поле или в тайге. Зимой, летом, никакой э, погода, климат роли не играла. Был приказ строить где-то в, в тайге, значит, там и строили. Жили мы в палатках, в вагончиках, зимой, летом, комары. Это все, так сказать, закалило. Ну, и меня в том числе, конечно. Вот. Ну, и то есть я как бы этот им аргумент дал, они за так подумали, подумали, улыбнулись, сказали, ладно, давай попробуем. И вот 33 дня в океане, нон-стоп, через, через мы с горн, кладбище кораблей так называемые. Мы прошли. И вот с тех пор я дружу с Федором, мы с ним, у нас немного общих путешествий. Мы были и на острове Пасхи, и в Гималаях, и Эфиопию всю проехали. Ну и много, и я постоянно езжу на его старты, финиши, его уникальных экспедиций, поэтому вот так вот. Кроме этого, я люблю путешествовать один, или со своими детьми. У меня два сына, младшему 11, старшему 21. Старший вообще со мной прошел уже много. То вы тоже их провчаете, так? Подорожевато с Я вами. просто им показываю, как красив мир. А дальше хотите вы, захотите, продолжайте сами. Вот. Кажут, после подорожей расширяется кругозир. Это правда? Ну, конечно, во-первых, вы видите других людей, едите другую еду, слушаете другую музыку, там, видите других людей, нищету, богатство, пустыни, тайга, там, что еще там, океан, море. Все это ты видишь. Конечно, ты меняешься. Когда ты сегодня идешь по Иерусалиму, где когда-то ступала нога Иисуса Христа, а завтра ты где-то в Чили, где там ну, расстреляли Пиночета, убили, или, а не Пиночета, а Сальвадора Альенде, потом ты через там, месяц в пустыне или в, на Северном полюсе, или на Южном. Все это меняет человека. Найяскравіший спогад. Я розумію, що у вас їх дуже багато, але якщо взяти так, ну найяскравіший ваш, ваш спогад з ваших подорожей. Ну, саме таке красиво забуття, це було, коли ми з Федором із команди пересікли ми з Горн. Точку Миса Горн, ми написали всієї команди письмо, запечатали його в бутилку. А, написали там наші емейли. E Адреса и выбросили в океан. Это было 12 февраля 2009 года. Ровно через три года на наши e пришло письмо. Дедушка дайвер австралиец, 89 лет, купаясь, ну, ходя по пляжу, нашел нашу бутылку. И вот написал нам письмо. Ну, дочка его, журналист, написала нам письмо. Вот такое вот. И вы как-то с ним сконтактовали, да? Ну да, там не, не я конкретно, а там с нашей команды парни. Вот, вот такое вот интересное было. До того як йти до вас на інтерв'ю, я добряче підготувалася. Я прочитала про вас багато інформації. Ви перепливли океан так на, на лоці за 25 днів Атлантичний. Розкажіть, будь ласка, про цей момент. Дуже цікаво дізнатися, наскільки важким, важкою була експедиція. Ця. Ну, Атлантичний океан я так два рази ну, один раз, це була регата, Є така всемірно звісна регата, раз в год. Вот. Где-то через месяц очередной ее старт. Это была регата с, с этих, как его, Испания. с Канарских островов до Сент-Люсии. А второй раз, это я уже с сыном старшим, с Кейптауна до Фолклендских островов. Вот. Ну что, впечатление их не описать. Насколько важкой она была? Ну, чтобы сказать, чтобы она трудная была. Как, конечно, что ну, не самое сложное это путешествие. Интересно, есть проблемы, есть, есть, есть шторма, их никто не отменял. И я знаю, что вы в подорожье всегда берете три речи, это три гербы. Расскажи, было за них. Ну, да, я всегда беру с собой три флага. У меня есть флаг Подкарпатской Руси, у меня есть флаг Красноярска и флаг, ну он как бы флаг мой самодельный. Есть герб Виноградова, я просто его сделал формат флага, герб и написал Виноградово, а внизу нотацию лишь по-венгерски. И вот я с этими флагами, если есть, ну знаковые точки, то есть там тот же мыс Горн или гора какая-нибудь, mm -hmm. я его делаю фото с этими флагами. Сколько таких уже фотографий есть и сколько вы взагалі вже уже Кожен Каждый мандривник завжди записывает себе, або Нет, я не записываю стран где-то там, ну от 40 до 50 немного, скажем так, для путешественников многие там сотнями уже объездили. Но мои страны я выбираю, ну, страны, не то что уникальные, а труднодоступные, куда сложно mm -hmm. попасть где есть много интересных вещей. Чи такая место, куда бы вы поверталися снова и снова? Таких мест много. Закарпатье. То есть, не смотря на то, а все-таки на родную да, землю. Вот да. расскажу еще один случай. У нас дома в архивах там лежат от деда остались там всякие свидетельства о рождении его детей. Там. От, больше ста лет этим документам. И а дед ездил в свое время на заработки в Пансильванию. Вилкис Бары, там есть такой город шахтеров, там много живет людей из Закарпатья, ассимилировались-то они, ну это их уже родина, и родственники какие-то там живут. И мы вот с сыном два года назад путешествовали по штатам и поехали по местам связанных с Закарпатьем. Во-первых, мы Поехали в Питтсбург, на родину Энди Ворхола, сходили в музей, сходили на его могилу, и потом решили заехать в этот вилки с городок. Взяли с собой свидетельство о рождении, ну, получается, моя тетя, как, как, там, и нашли этот, эту церковь. Нашли священника, показали ему документы. Он говорит, вроде бы наш, но архивов нет, поэтому стопроцентно подтвердить нельзя. Но вот такая вот интересная вещь. Для вас подорожье – это хвороба, чи захопление? А все вместе. Все вместе. И то, и другое. И то, и другое. Okay. Главное, у меня споров с семьей на этот счет никаких нету. Я только ставлю в известность, что у меня не будет там месяц через, ну, допустим, через неделю я уеду на месяц. Говорю, без меня справитесь, справимся. Все, меня отпускают без всяких. То есть семья поддерживает? Да. Да, и, детей я сейчас вовлекаю, я говорю, хоть все со мной езжайте, хоть все. А зараз что-то так сильно, че все-таки уже, уже не сдивуешь вас ничем? Че сдивуешь все-таки? Нет, я, я все готов видеть, все готов. То есть я как бы вот это вот, вот два года назад мы ходили по, по Красноярской Арктике, 46 дней на катамаране, там 5-6 квадратных метров, у нас 6 человек. И мы вот ночевали ну, прямо внутри этого катамарана, прибивались к берегу, вставали в какую-нибудь тихую лагуну, и белые медведи вокруг ходят или там догоняют нас. Мы идем, по... мы два моря прошли, море Лаптевых и Карское море. Это, в принципе, моря Северного Ледовитого океана. Очень суровые очень суровый. А места среди льдов, холод. Попадали в эти, как его... Ну, лед нас закрывал в нашу лагуну, то есть лед с этого, с Арктики приносила, прибивала к берегу и закрывала нам путь. Было время, мы целую неделю не могли выбраться. Жили на одном острове. Красивое название – остров Преображения. Там большой птичий базар обалденный, самый большой в Арктике. Потом и брошенная полярная станция. Заходишь в библиотеку, тысячи томов книг. Сиди, читай, балдеж. Ну, такие подорожі, я так зрозуміла, уже по вашим рассказам достаточно є небезпечними. Чи були такі Да, 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 да. Есть, конечно, и самое мое любимое путешествие, это сплав по реке под Каменная Тунгуска. Это я один вообще ушел в тайгу без ружья, с надувной лодкой 2,70 в длину. У меня кроме из, из оружия был ножик перочинный и топор. И вот в это время. А, я прошел 20, за 25 дней 1145 километров по реке. И бывало неделями я не видел ни одного человека. А там медведей, бурых, волков. И так дальше. Вот как-то вот, вот это было самое такое мое авантюрное и любимое путешествие и опасное. Что порадовать за и которые мало подорожуют? Путешествовать. Границы открыты. Европа рядом. Путешествовать. Да, конечно, скажут, денег нет. Но а у кого их много? Значить, треба как-то на сигареты є, на пиво є, на, на кофе є. Значить, і туди должно бути. Пане Семан, дуже цікаво вас послухати. Я надіюся, ви ще будете більше подорожувати і ще вам буде більше що нам розказати. Ну а з вами ми побачимось уже в наступних випусках. І почастіше подорожуйте.